Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у меня день рождения, наконец-то. 19 июня наступил. Сегодня хочу накрасить лицо, накрасить тоналкой. Тушью. У меня новая тушь Max Factor. Вот, тоналка у меня тоже Max Factor. Поэтому вы меня видите в таком необычном месте. Тут вот такая вот тоналочка. Такая вот тушь Max Factor. Вот, и попытаюсь сделать, наверное, стрелки. Вот такой вот карандашик. Его, по-моему, я в Ашане покупала. Лавелле какой-то. Ну и на всякий случай расчесочку. Так. Ее я покупала в Фикспрессе. Ну, она давнишняя, старенькая. Вот, и начну я с тоналки. Да, вот такая у меня тоналка. Это у меня подарок. Подарил папа, приезжал. Можете предыдущий ролик посмотреть. Так будет пищать телефон, наверное, сегодня. Посмотреть, как я потратила 50 тысяч рублей. И вот как раз, громко говорю, вот как раз тоналка оттуда. И сейчас мы начнем. Так, надо мне зеркало. То я смотрю в камеру. Камера меня отвлекает. На самом деле. Ну вот, я уже немножечко получше выгляжу, хотя, не знаю, мне кажется, он прям то ли как загорелый, я то ли... Ладно, дальше продолжим. А вот. Правый глаз у меня всегда лучше получается. Смотри, под каким-то углом. Правильно. Так, губная помада. У меня вот такая вот. Мне очень нравится. Такая она яркая. Сейчас губная помада, конечно, будет гораздо лучше. Получилось. Какое-то, мне кажется, даже у меня лицо получилось более вытянутое, что ли. Такое вот сюда вот вытянутое и какое-то... Напишите в комментариях, как мне идет или не идет. Что-то я, видимо, сделала, мне кажется, все-таки неправильно. Когда-то, когда я училась в колледже, мы наносили просто тоналку и все. Только наносили ее спонжем. Но что-то я не нашла своего спонжа. Это, мне кажется, немножечко не так. Волосы. Ну, в принципе. Хотя, в принципе, с волосами так. Ничего. Видимо, надо было все-таки спонжем, наверное, наносить. Не было бы видны вот тут вот. Мне не нравится прям морщинки. Какая-то прям такая старая становлюсь, что ли. Или мне не идет этот оттенок. Хорошо, что купили всего лишь один. Я уже сегодня спала ночью и думаю, жалко, что один. Надо было сразу три купить. Как они там по акции они были. Давайте пойдем, наверное, с вами на свет, посмотрим на свету, как это все выглядит. Может быть, помада немножечко не та уже. Вот. Ой, как жарко здесь. Да, просто. Потеплится, ничего так. Еще одеться, нарядиться. У нас, да, уже прошел дождь. Наверное, сегодня я пойду в джинсах своих.
рваных джинсах, вот, и какую-нибудь одену кофточку, маечку вернее, какую-нибудь, которую мы с папой купили, хотя там в шортах люди ходят. Ну, не знаю, как-то после дождя мне всегда кажется, что очень холодно, что хочется одеть всегда какую-нибудь кофту потеплее. Надо пофоткаться. Сейчас я достану свой телефончик и, наверное, буду фотографироваться. Да, вполне хорошо, мне кажется, смотрится эта помада розовенькая. Как-то, мне кажется, омолаживает. В наше время было модно такие помады. Сейчас красные в моде, но не помню, по-моему, у меня нет даже красного. Да-да-да. Может быть, купить, наверное. Да, напишите в комментариях, идет мне или нет, что я сделала неправильно. Мне кажется, скорее всего, я что-то сделала неправильно. Что-то, может быть, не доложила. Вернее, не доложила, наверное, что-то я. Ну, пишите, короче, в комментариях, идет мне такая помада или нет. Вообще, мне подошел такой макияж или нет. А, на самом деле, я еще хотела тенями, но, наверное, да, я ставлю вот так вот карандаш. Довольно тяжело наносился. Когда-то он что-то наносился, мне казалось легче гораздо. Мне кажется, прям классно получилось так. Даже, мне кажется, такие глаза горят у меня. Так вообще классно. Еще зубы белые были бы, да, вообще было бы просто шикарно. Вот, и ждем. Сейчас у меня должен скоро проснуться сыночек. Мы с ним покушаем. Вот, и пойдем вместе с моим мужем, пойдем мы в кафе сегодня кушать пиццу. На мой день рождения мы всегда ходим кушать пиццу. Вот. И сейчас ждем пока, чтобы Димочка выспался, и потом после кафе мы пойдем гулять, чтобы он не потрепал нам нервы, не расплакался, чтобы он выспался, я его хорошо покормила. Ну все, пойду фотографироваться. Идем, мы вышли таки наконец, идем в кафе. Что-нибудь интересное было. Оставь лучше этот заряд, блядь. У меня две камеры теперь. Да. Нижнекамские. Делаю я другую маечку немножко. Ты решила не одевать, решила, поскольку кофту одела. И довольно холодно. Ну не холодно на улице, нормально. Но Женька сказала, что на улице очень холодно. И мы все оделись в кофте. Женька тоже в кофте. Вот. Идем в кафе мы. Хотя та кофточка была бы лучше гораздо. Но это тоже. В принципе, супер. Вот, поздравьте меня с днем рождения. Наконец этот день наступил, наконец-то настал. Его так долго ждешь. И вот он. Дима! А на тебя черная камера теперь смотрит. Они белые. Идем мы на набережную. Оплатили мы пиццу, сказали, полтора часа будет готовиться. Эти полтора часа решили пойти погулять по набережной, потом вернемся, покушаем, да? Да. И потом еще пойдем гулять? Посмотрим, что там со временем. И все, солнце взял? Завтра на работу. Ну, вообще, ты че? А хорошо, раз мы дали себе. Ну, там было не полтора часа в прошлый раз. Долго ждать? Нет, час 40 минут обычно. Дима. Привыкай теперь к этой камере.
Ой, солнышко наконец-то вышло, прошел дождик. Как раз. Прошел дождик, теперь стало тепло. Надо было мне другую кофточку одевать все-таки. Красивее. Назад. Все равно тепло довольно. Цветочки. Ну, смотрите, все установили. Держится плохо. Как ты, Натуська, любишь-то? Ну, покажи. Как? Оп, видно меня. Блин, а теперь не видно меня. Ты отошел, меня не видно. Теперь ты достой. Нет. Как я делаю? Если я не брит, как я. А, ты хочешь, чтобы у тебя был поцелуй на щечке? Давай, ладно. Че, поцелуй на щечке хочешь? Может, на носу тогда? Нет, на носу я тоже. А почему? Ну, с красной такого хорошо. Ну и хорошо. Задевай за ногу. Медленная. Медленная? А скакалка умеет быть медленной? Моя первая скакалка, я еще купила. Нет, а скакалка умеет быть медленной? Да, умеет, если она не из резины. Расскажите, пожалуйста, Евгений Анатольевич, какая может быть скакалка? Медленная, быстрая. Еще? Быстрая, на которой быстро прыгаешь. Смотрите в кадр, пожалуйста. Медленная, на которой медленно прыгаешь. Быстрая, а средняя? А средняя, в которой не быстро, не медленно. Какая красота. Вот же солнышко вышло. По ощущениям, как будто градусов 30. Еще и в джинсах жарко. Грязная вода. Мы на фонтан большой, самый мой любимый, но он здесь не работает. Тогда, может, на следующей неделе мы еще тут будем, может, он будет работать, может, просто вечер или по выходным, что ли, он работает. Пошли туда, пройдемся. Здесь областная библиотека у нас большая. А сколько она? Трехэтажная, да? Раньше когда-то там абонемент стоил 500 рублей, я помню. 500? По-моему, я тебе говорил, да? Не 100, по-моему, 500. Ну, я тоже постоянно завтра живу там. А сейчас бесплатно стало. Да? Ну, я спущусь тогда. А потом поднимусь. Если будут силы. Если он так вот находится ступеньками. Сейчас мы там спустимся. Посмотрим. Вот тут маленький бассейка. Здесь раньше когда-то дети бегали. Скакали. Жалко, что он не работает. Не знаю, может, его отключили. Вода отстоит так-то. Значит, он работал.
Хотя нет, не работал, похоже. Похоже, он не работал даже. Вода он до сюда дошла только. И все. Там дальше грязь. Сливается какая-то вода. Парк. Здесь. Вот он вот так должен был выглядеть. Странно. Почему не работает? Сходили мы, кстати, в кафе. Женька, фотографии я сделала, пицца. Они будут в конце ролика. Дарил мне еще Женька ромашки. Очень люблю ромашки, на самом деле. Именно полевые, вот не такие, которые вот бывают, а полевые. Естественно, у нас жара уже наступила. С утра еще было холодно, дождь лил. Потом мы пошли, тоже еще лил дождь. Да, кто там? Дима. Димочка. Целый год ждешь дня рождения. И вот он пришел. Еще все. Функция, папа. А еще мы поедем тоже как-то. Не рассказывай. Не рассказывай. Поплывем мы скоро. Скоро. А здесь у нас находится архив, да? Библиотека там? Библиотека там, да. Библиотека и архив. Ой, ой! Тут был фонтан. А ты куда? Зачем там? Здесь у нас был когда-то фонтан. Он уже не работает много-много лет. Плиточка вот эта вот из 90-х годов, 80-х. Устарела. Там памятник ремонтируют. Российский государственный архив. Да. Вывеску сделал, у них не было, да, Жень? Машина, отойди. Дима начал сосать пальцы. Ай-яй-яй. Пришли мы домой. Смотрим. В комнате все красное у нас. Оттенок. Думаю, что ж такое? Неужели небо красное? А там небо красное, действительно. Какая красота, посмотрите. На мое день рождения, а? И такая красота. Такая красота, смотрите. Камера все это видит. Такими полосами классными вообще. Уходит там туда, куда-то за дома. Как будто художник нам нарисовал. Как красиво. Такое сегодня так и провела свой день рождения. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. У нас еще очень много-много интересного. Оставайтесь вместе со мной.